Так, у нас сегодня опять день покупок. Я в очках не просто так. Я сегодня проснулась. Вчера, короче, меня укусили какие-то насекомые. Я вся расчесалась, я утром просыпаюсь, и у меня ебало просто огромное, как у алкоголика. Очень-очень надутые глаза просто в аду. Поэтому я решила сегодня походить в очках. Что я хочу вам показать? Валечка купила себе рабочий инструментик. Да, в Пхукете тоже есть Икея. Кстати, которой нету в России теперь. Не знаю, временно или нет. Вот, и если я заказала зеркальце, то я все открою. Буду наслаждаться красивыми видами. Ну-ка, пойдем еще что у нас посмотрим. А у нас еще здесь сегодня супер покупочки. Смотрите, какую машинку я себе купила. Кристалл, это подарки не для тебя, это подарки для мамы. Вот такая тачка теперь у меня есть, я ее назвала G. Пока моя машинка Toyota Celica находится в хороших руках, между прочим, у моего друга Жени. На их, кстати, салон я оставлю ссылочку, потому что ребята мне помогают, очень хорошо делают скидончики, это немаловажно. Пока меня нету, моя машинка приобретает новый красивый вид. Хотелось бы ее уже, конечно, поскорее увидеть. Но, в общем, пока она в автомастерской примеряет новый обвес, радуюсь новой малышке. Гоночки на пульте управления. Мистер Кристалл! Всем доброе утречко! Приехала на своем байке. Мы сегодня приехали делать что? Разворачивай камеру и... Пирсинг. Мы приехали сегодня делать пирсинг. Я подумала, что у меня слишком мало дырок в моем теле. Я решила, возможно, сделать еще ключики. О, нихуя, смотри, вот это стиль. Короче, вчера я купила вот такую сумочку, о которой меня уже спросили, конечно же, в Инстаграме. Везде, где ты такую купила? Так вот, и только сейчас я заметила, что у меня на ключах с такого же материала брелочка. Но не судьба ли это? Что, мы уже на месте. Вот мастер. Миленькая, красивая, свеженькая. Я и студия, конечно же. Все светло, хорошо. Тут терраса еще есть. Сейчас, короче, выберу, может, тоже что-нибудь проколю. У-ля-ля. Даже не почувствовал. Так еще ничего нет, просто сняли. Ой, сейчас будет больно. Так, ну и что ты? А, так тебе прокололи уже, господи. Заново. Слеза прошла. Конечно. Но зато здесь катетер хотя бы есть. А вчера у тетки, помнишь, что да, было? Да, блин, это еще жестко. Это отдельная история. Вчера, короче, пришли на какой-то рынок. Там был пирсинг, продавался просто сережки. И в один момент там, ой, все трясется у тебя, ой. Короче, вот, пришли к тетке в пирсинг. Просто на рынке всякие сережки классно продавались. Чувак говорит, я хочу проколоть ухо. Подходит Тайсон, говорит, да, что-то отвлекает его, что-то они пиздят. Она просто подходит к уху, протыкает этой же сережкой, без катетера, без всего уха. Он такой, блядь, что за хуйня? Вот так вот, такой местный пирсинг. Не успела. Больно было? Какие у тебя эмоции? Давай, рассказывай. Да эмоций нет. Не, кстати, скажу, что не сильно больно вообще. Ну, по лицу тебе не скажешь, что у тебя нет эмоций. О, готово. Ну, что, теперь моя очередь? Вот они, азиатские тату-салоны, в которых ты говоришь, может быть, сначала почистить ухо, а потом уже. Ты имеешь в виду почистить уши, продезинфицировать. Ну, с таким же успехом я тебе могла точно так же проколоть. Кто захочет проколоть яйца, обращайтесь. Но я не вижу никуда. Да, где-то здесь, как ты думаешь? Смотри. Чуть ближе. Ну, и да, я имею в виду на вот этот. Ну, плюс-минус, да. Like this, but more inside, you know. More inside? Yes, очень cool. Никогда не прокалывайте ничего и не делайте никакие татуировки по Азии. Ты меня опять близко, блядь, снимаешь? Вот. 1, 2, 3. Окей. Мне кажется, тебе было поинтереснее. Ну, поинтереснее? Тебе было быстрее. А, я думаю, он уже натренировался просто.
Ну, хоть что-то одинаковое в один день сделали. Мистер Кристал, как обычно, съебался в самый низ. Хотел прыгнуть. Так, сегодня мы приехали на Black Rock Viewpoint. Здесь я не была. Отсюда очень красивый вид. Там вот, его там вот я была. А вот тот вот мыс, это Промтемп. Это мой самый-самый-самый любимый мыс. И вот этот островок, я не знаю, как он называется, мы с Сашей в том году проплывали вокруг него на каноэ. И вот там есть рейсик, прямо напротив этого острова, там очень вкусно. Мистер Кристал, ты довольный? Скажи, кашель начался, приболел пацан. Сейчас вот после красоты поедет куда? В ветеринарку. Опять деньги тратить. Заебал. И этой пизде сегодня будут делать. Сегодня ей будут делать снимок. Посмотрим, что с ее кости. Мистер Кристал пришел к доктору. Это его любимое занятие. Да? Опять. Он кашлянул, мы уже все убрали. Его уже такое было. Вольерный кашель называется, но сейчас как-то по-другому, более затянутый. А штакеты забрали пока что вот туда, на снимок лапы. Мистер Кристал, ну потерпи чуть-чуть, вот в жопу градусник. Здравствуйте, пора протереть камеру, блядь. Ой, что это виднеется? Это виднеется мозг! У меня появился мозг! Мы сегодня приехали на смотровую, на которой я уже 20 тысяч раз была. Просто вот этому товарищу решила показать, чтобы он тоже, был в курсе. Своих родственников показать? Да. Мы приехали на смотровую, сейчас мы пройдем вместе с вами туда, но есть один момент, что я привела его сначала к обезьянам, но тут ничего, кроме говняного сранья и тухлого запаха, нету ничего. Есть подозрение, что они из-за погоды сегодня типа где-то спрятались, потому что с утра хуярил дождь. Пойдемте, короче, на смотровую, возможно, после, когда мы вернемся, кто-то появится. Но это не точно. Сверху он не такой интересный, конечно. Вот мы добрались до смотровой. Обезьян нет, смотровая сегодня такая. Вот красивая гора есть, пожалуйста. Там дождь где-то хуярит. Ну так, можете посмотреть просто на Пхукет Таун сверху. Развалились. Сидят друг другу, спинки чешут. Это интересно понаблюдать, конечно. Сидят, что-то там рассматривают, выискивают каких-то блох. Ну все, обезьяны учуяли, что кто-то принес орешков, поэтому сейчас постепенно все делают подкрадули. Татуированный сидит Рита, наверное, или Рома. Жопу показала напоследочек. Есть очень интересный момент. Это то, что мы сегодня приехали в Пхукет Таун. Приехали мы сдать машину в мойку, потому что, оказывается, сегодня нам нужно сдавать машину арендную. И там есть несколько нюансов, назовем это так. Короче, тачка чуть разъебанная, потому что кто-то плохо водит, блядь. Та-та-ра-та-да. Просто темно на улице. Ага. Короче, ничего серьезного, но, блядь, бампер покоцан. Если не забуду, засниму вам, покажу. Сегодня мы ее будем вечером сдавать, пока непонятно, что нам скажут. Это первое. Второе. Мы приехали еще поесть. Как вы думаете, что и куда? Пока. И вот мне принесли. Смотрите, это еда тайская. И можно заметить, что здесь есть кусочки мяса. Но я-то мясо не ем. И есть один вот замечательный момент, что мы пришли в вегетарианский ресторан, назовем это так. Ну, вообще, это, конечно, просто кафешка. Не пахнет мясом. Короче, ну, как чувак сказал, ну нет, это не мясо, это тоф. Поэтому я рискну. На свой страх и риск ем, попробую сейчас и скажу, мясо это или нет. Хотя я уже даже не помню, как мясо по вкусу. А еще один момент дополнительный ко всему, что я решила не есть морепродукты. Пиздец, это очень вкусно, но мне жалко животных, и я не могу их есть, короче. Следующий этап – это не есть ничего. Да, конечно. Такого не будет никогда, потому что смысл жизни – это пиздато пожрать. Все, буду пробовать, и надеюсь, это все-таки не мясо. Увидимся в госпитале. Ага. Вот, посмотрите, кусочек. Он похож на мясо. Но это не мясо.
мясо. Ну, вот эта штука странная по вкусу немного. Не скажу, что это вкусно очень, но я очень есть хочу. Соленая штука, да, какая-то? Это странный вкус. Буду есть, давиться своей немясной едой. Все, не буду отвлекаться от невкусной еды. Мы пришли на мойку, как я и говорила, и вот что я хотела показать. Та-та-ра-та-ра! Та-ра! Так это что сделала? Так ты охуел? Это не я. Помывка стоила 250 бат. На, полностью помыли машину. Хи-хи-хи. Короче, вот за 250 бат полностью отпидорасили тачку. Ни одной пылинки, ни одной шерстинки. Что, тачка готова к сдаче. Надеюсь, дохуя денег не снимут. Я сейчас села монтировать вам эту часть, которую вы сейчас как раз таки смотрите. И забыла об одной главной вещи. Решила дозаписать вам, чтобы ее монтировать, и вы об этом узнали. Сейчас речь пойдет о машине, которую мы брали в аренду. Я оставлю на чуваков либо их название. Ссылку, наверное, не буду, пошли они в пизду. Люди, у которых мы брали тачку, во-первых, она стоила дохуя. То есть за один месяц мы платили 18 тысяч бат. Это в рубли 55 тысяч рублей. Это дорого. То есть эту машину можно взять не за 18 тысяч бат, а за 10-12. Но так как мы не знали, мы, ну, как бы проебались, да. В совокупности мы переплатили, ну, почти 100 тысяч рублей. Сразу говорю, когда приезжаете сюда, если вы хотите что-то найти в аренду, не обязательно сразу искать какие-то чаты с русскими людьми и так далее. Вы можете зайти на Facebook Marketplace, это очень важная штука. Там вы можете найти все, что угодно. Аренду, покупку, вообще все, что вы хотите, вы можете там найти. Там все в разы дешевле. Вернемся к этим чувакам, которые нам дали тачку в аренду. Во-первых, они просто не... Во-первых, да, неприятные люди какие-то сами по себе, но это хуй с ними. Для кого-то и я неприятная. Ну, момент такой, что, во-первых, они завысили цену, во-вторых, мы оставили залог 9 тысяч бат, это почти 30 тысяч рублей, из которого они нам вернули только 2 тысячи... 3000 бат, и то они хотели меньше вернуть. Сейчас объясню за что. Да, у нас был косяк с бампером, мы это учли, как бы мы сами об этом сообщили, то типа в темноте, когда мы ехали, у нас, ну как бы там, ну не видели штырь, да, он как бы хуйнулся в машину, тем самым осталось повреждение. Мы как бы эту сумму заложили, окей. Перед сдачей мы отпидорасили тачку, как вы уже знаете. Было все идеально, ни пылинки, ни шерстинки, естественно. Я бы тачку не позволила кому-то сдать, ну, типа, в хуевом состоянии. На что они с нас сняли еще там, условно, 3000 рублей за очистку от шерсти, которой не было, да? Я думаю, что люди, которые с животными живут, они понимают, что все люди, которые сдают что-то, жилье или машины с животными, что с них потом возьмут денег больше. В любом случае. Просто потому, что есть пункт, что вы с животными. Была еще неприятная хуйня. Они говорят, мы подъедем забрать тачку. Мы говорим, окей. Ну, типа, скинем, куда, что. Они подъехали к нам, забрали тачку, когда, и после они нам возвращали залог, кидывали деньги на карту. И там был пункт минус 700 бат или 500. Вы такие, это что за хуйня? А это такси до вас. Мы говорим, а схуяли вы нам не сказали, что мы же можем привезти тачку. То есть они, не предупредив, сделали так, что они приехали на такси и с нас же сняли за это деньги. Что-то долбоебы, что ли. Ну, как бы это вообще нелогично. Вот такой вот у нас скрипунчик маленький. Сидит, ножку сгибает. Ну, в общем, вы поняли. Чуваками нам не повезло. Кинули просто на бабки. Ну, мы просто не хотели с ними разбираться, потому что, как я и сказала до этого, что они просто неприятные люди. Поэтому нам было проще сказать, блядь, чуваки, как хотите, ну, как бы это на вашей совести условно. Мы сделали все как надо, мы как бы, ну, не страдали хуйней, вернули тачку в том же состоянии, что она была, ну, за исключением каких-то мелких двух покоцаний, за которые мы заплатили. Учтите, да, когда приезжаете в Таиланд, да, я думаю, вообще в любую страну, можете зайти на Marketplace, там найти куда дешевле все. Лучше, когда вы встречаетесь даже с арендодателями, если они вам сами по себе, как люди, не нравятся, вот неопрятные, блядь, ну, вот просто фу. Лучше, мне кажется, поискать что-то другое. Но у нас было мало времени, и что-то мы так все в попыхах сделали, поэтому учтите этот момент. И не наебывайтесь, экономьте свои деньги. Лучше их потратить на бухло или на хорошую вкусную еду. Вот, так что все, всем удачи в поисках в аренду пиздатых тачек и жилья. Короче, все, пошла монтировать дальше. Всем хорошего дня!